газета. Наверное, даже кто-то, мне сказали, будет сюрприз, кто-то прилетел из участников X-Factor. Посмотрим, да. Спасибо. Так, а вот коробку бы я... Цветами. А коробку можете забрать? Коробку он будет. По рукам. Знамо. Всего неожиданного, и как-то год начался более чем интересно, и не буду вдавать всех секретов, поскольку все-таки женщины, что-то останется для вас загадкой. Насколько я знаю, купили дом на Рублевке, уже переехали. Боже, ну дом на Рублевке, таунхаус. Наверное, все уже подумали, что мы нереально огромные. Нет, это действительно первое мое собственное жилье, и я очень рада. Частично уже сделала ремонт, частично ремонт продолжается. Даже отдыхать в этом году не ездила, в январе, как положено. Как обычно, как каждый год. И, поскольку была занята такими приятными опытами. Мрамора, обоев, мебели и так далее. Ну, вы вам столько уже пожелали, что вы себе хотите пожелать? Чтобы это годится. Ой, я хочу себе пожелать, чтобы сегодняшний день прошел весело для меня, для моих друзей, для моих близких. Я позвала действительно очень близких людей. И, знаете, мне невероятно приятно, что такое огромное количество журналистов и гостей пришло, даже не ожидала. Вот. И мне хочется всем сегодня уделить внимание, никого не обидеть. И заранее хочу попросить прощения у тех, может быть, с кем я не успею посидеть 10 минут, а посижу 7 минут за столом. Я буду очень стараться, потому что действительно очень много близких людей. Как в моем любимом сериале «Секс в большом городе» однажды героиня сказала, 400 моих ближайших друзей. Вот примерно, да, примерно так. В эти выходные вы сказала, что в этом году выйдете замуж. Готовы? Я в этом году выйду замуж? Да. И знаете, это сказала не только Фатима, а это знают еще несколько экстрасенсов. И почему-то еще какие-то люди знают, только я об этом не знаю. Где он? Где тот, за кого я буду замуж в этом году? Скажите, может быть, он где-то здесь? Каким должен быть идеальный мужчина для Ирины Дубцовой? Вы знаете, идеальный мужчина не должен быть кошельком и стеной, он должен быть другом. Это самое главное. Сейчас в вашем окружении есть какой-то вот похожий персонаж? Есть. Ваш сын Артем поздравлял вас 14 числа? Еще как. У меня сын Артем наконец-то за 7 месяцев до школы решил ходить в садик. И теперь у меня настоящий садиковый ребенок. Он пел мне песню про маму. Он мне смастерил какую-то поделку в виде сердечка. Видно было, что сам клеил, сам вырезал. Это так просто невероятно мило. Вот. И трогательно, конечно, все это выглядело. Потому что я наконец-то почувствовала себя настоящей мамой, мне кажется, в этот момент, когда ребенок в садике целую неделю мастерил для меня подарок. Вы определились, в какую школу его отдадите? Это будет какая-то специализированная школа? Вы знаете, да. Я думаю, что в любом случае эта школа будет с углубленным изучением иностранных языков с первого класса. И я надеюсь начать уже подготовку, то есть выбор, заняться выбором школы, сбором информации по поводу школы с марта месяца. Насколько я знаю, вы увлекаетесь совсем не женским видом, видом спорта, рыбалкой. Да. На зимнюю рыбалку ходили в этом году? Знаете, на зимнюю не удалось. Но я больше люблю рыбалку где-то либо на реке, либо на океане, то есть глубоководную, с очень большой глубины. Знаете, такая толстая леска, катушка с моряками, с рыбаками где-нибудь на островах. Вот это я люблю. Возле вашего нового домика будет река? Есть река? Да, конечно. Москва, река, но прям рядом ее нет. Конечно, на участке у меня нет. У меня участок всего 3 сотки. Но, вы знаете, нет предела совершенства. А много вам удочек и спиннингов подарили? Не подарили, но вот одна моя подруга подарила мне велосипед. Липа, телеведущая моя подруга, она мне подарила велосипед, сегодня она его сюда не принесла. Вот. Но я знаю, что он есть. Гламурный какой-то, модный велосипед, белый, ну какой-то супер гламурный. Я велосипед чуть не понимаю, но кататься буду. 14 февраля – это также День всех влюбленных. Да. Вы отмечали этот праздник как День всех влюбленных? А вы знаете, я не отмечала этот праздник как День всех влюбленных. Во-первых, я глубоко верующий человек, и это все-таки католический праздник. Но, тем не менее, если забыть о том, что это День Святого Валентина, помнить только о том, что День влюбленных, почему бы и нет? Но, как правило,
в этот день я получаю все-таки подарки и поздравления с днем рождения, а не с днем Святого Валентина. Совсем немного остается до 4-го сезона шоу «X-Factor». Да. Вы в предвкушении сейчас, что испытываете? Вы знаете, сегодня меня девочки мои готовили к дню рождения, и мы обсуждали, что надо набираться сил начинать уже сейчас, причем не физически, а морально, потому что в первую очередь для меня это тяжело вот именно с душевной стороны, поскольку я сама неоднократно была конкурсанткой, я знаю, что это такое, я знаю, что чувствуют участники на конечной сцене, когда их судят. Это очень страшно. Это страшно, тяжело и тяжело эмоционально, не ранее. Вы открыли продюсерский центр, как вам в роли бизнес-лидера? Вы знаете, я, конечно, все-таки в первую очередь творческий человек, но со мной есть замечательный партнер мой, Елизавета, и она занимается всей бизнес-частью, скажем так, этого проекта. Вот. Ну, много интересного. Весной будет большая подробная информация, появится в прессе, в интернете по поводу того, как можно к нам попасть, если это интересно, что мы предлагаем для детей, что для взрослых. То есть все это начнется весной. Но да, мы это сделаем. Да, приехала настоящая чета, супружеская пара, принц, принцесса, немецкие. Мы дружим. Недавно я была пару дней даже в настоящем замке и видела привидение. Да. Я услышала точнее, но я скажу вам, что замок 11 века, и вот эта история, это просто что-то потрясающе, достойно отдельного рассказа, а не сейчас, вот так нас. Я взяла сегодня маму принца, и там возможность пообщаться, я думаю, что они сами будут не против. И приоткрою небольшой секрет, совсем скоро у нас будет не смешно. Большой совместный, нет, ну как бы не музыкальный. В моей жизни это моя мама. Когда-то мне сказала очень правильные слова. Мамочка, спасибо тебе огромное. Она здесь, сейчас в зале. Она мне сказала так, что Ира, помяни мое слово, в 30 лет жизнь только начинается. Мама, как ты была права. Спасибо тебе большое, тебя очень, очень и очень люблю.